Продолжаем выпуск. Мажилис сегодня принял бюджет на 2024-2026 годы. Его расходы на следующий год планируются с увеличением на 1,5 триллиона тенге. По сравнению с текущими составят примерно 24 триллиона тенге. Об этом рассказал министр финансов Ерулан Джамаубаев в ходе пленарного заседания палаты. По его словам, дефицит бюджета оценивается на уровне чуть больше 2,5% от ВВП. А к 2026 он постепенно снизится на 0,3%. Законопроект был разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на грядущий год оцениваются на уровне почти 20,5 триллионов тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16 триллионов 100 миллиардов тенге или 80% от общей суммы доходов. Кроме того, прогноз развития казахстанской экономики представил министр нацэкономики. Алибек Куантыров назвал сферы, в которых ожидается рост в ближайшие 3 года. Это сельское хозяйство, инвестиции, реальный сектор, сфера услуг, торговля, транспорт, информация и связь. Теперь закон направлен на одобрение в Сенат. Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов прогнозируемого роста. Целевой коридор инфляции определен на уровне 6-8% в 2024 году, с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годах. Одна из задач на эти 3 года — усилить сберегательную функцию национального фонда.